В начале нашей лекции давайте помолимся. Отец, мы благодарны Тебе за эту возможность вновь собраться вместе и изучать основы нашей веры. Отец, я благодарен Тебе за Твою заботу о каждом из нас, за то, что Ты сохранил нас в течение этой недели и собрал нас вновь вместе. Отец, я молюсь о тех студентах, которые еще на пути в класс. Молюсь о том, чтобы Ты сохранил их. И также, Господь, Ты знаешь, что сейчас время экзаменов, и студентам нелегко, они очень загружены учебой. И я молюсь, Господь, чтобы Ты помог каждому суметь сосредоточиться на учебе, не отвлекаться на ненужное, преодолеть трудности и подготовиться к экзаменам, хорошо их сдать. И, Отец, я знаю, что, несмотря на то, что никакие молитвенные нужды не были высказаны, в жизни каждого из нас есть бремена, которые мы несем. И я молюсь, Господь, чтобы Ты послужил нам в тех обстоятельствах, в которых мы находимся. И, Отец, та тема, которую мы сегодня будем обсуждать, крайне важна. И эта тема достаточно сложная. Поэтому я молюсь, Отец, чтобы Ты помог мне излагать мысли ясно. И также я молюсь о том, чтобы Ты дал каждому из нас способности понимать и принимать то, что говорится в Твоем Слове. Молюсь о том, чтобы у нас получилось совместное обсуждение вопросов, связанных с темой греха, а также когда мы перейдем к изучению доктрины о спасении. Мы благодарим, Господь, Тебя за привилегию знать Тебя и служить Тебе, а также за привилегию быть здесь, на этом месте, и учиться вместе. Молимся о благословении нашей учебы, и молимся мы во имя Иисуса Христа. Аминь. Хорошо, на прошлом занятии мы говорили с вами о вменении греха Адама. Мы с вами рассматривали различные теории, объясняющие, почему грех Адама вменяется человечеству. И мы с вами рассмотрели, в чем заключается суть основных протестантских взглядов, классических протестантских взглядов на этот вопрос. И мы с вами обсудили два взгляда. И первый взгляд — это взгляд представительства Адама. И я вам объяснил, в чем заключается суть этого взгляда. Мы с вами рассмотрели аргументы, которые выдвигаются в защиту этого теории. И далее мы с вами обсудили возражения против этого взгляда. И прошлое наше занятие мы закончили за обсуждением того, что записано в послании к Римлянам, 5 главе. Так как один из аргументов сторонников теории представительства Адама строится на том, что в этой главе показана четкая аналогия между Адамом с одной стороны и Иисусом Христом с другой стороны. И нам совершенно ясно, что Христос не может быть биологическим главой человечества. Мы знаем, что у Него не было своих детей. И, конечно, мы все согласны с тем, что Адам является биологическим главой всего человечества. И мы с вами попытались ответить на вопрос, существует ли здесь строгая аналогия между Адамом и Христом. И если существует такая строгая аналогия, что даже несмотря на то, что в тексте не говорится о том, что Адам наш представитель, тем не менее у нас есть право это утверждать. Но, с другой стороны, если в действительности у нас частичная аналогия в 5 главе послания к Римлянам, то тогда какие-то параллели могут иметь место между Адамом и Христом, но не во всех ключевых моментах. И тогда встает вопрос, действительно ли мы можем утверждать, что Адам был представителем человечества так же, как и Христос. Если вы помните, то в конце нашего прошлого занятия я говорил о том, что если аналогия не строгая, а частичная, и как мы увидели, именно о такой аналогии идет речь в 5 главе послания к Римлянам, между Адамом и его потомками и Христом и его потомками,
И даже можно говорить о том, что здесь не аналогия, а некая параллель. И мы с вами в основном говорили о том, что то, что сделал Христос, было вменено Его последователям на основе благодати, в то время как то, что сделал Адам, было вменено его потомкам на основе справедливости. И также мы отметили еще одно отличие между Адамом и Христом. Оно состоит в том, что в Адаме, судя по словам апостола Павла, каждый из нас что-то совершил, в то время как во Христе, когда Христос совершал дело искупления, то Он совершал это в одиночку. Мы ничего не делали. Поэтому налицо отличие. Говорится о том, что когда Адам совершил грех, мы совершили этот грех в нем. И таким образом его грех вменяется нам. Но мы не могли сделать то, что сделал Христос. Христос сделал все сам. Мы лишь используем плоды Его дела. Есть еще несколько моментов, которые мы могли бы упомянуть, чтобы показать, что эта аналогия далеко не строгая. И первое, что я хотел бы сказать, следует из того, о чем мы с вами уже поговорили, а именно то, что Адам сделал то, что каждый из нас мог бы сделать. И более того, если бы каждый из нас оказался бы на месте Адама, то, скорее всего, мы бы именно так и поступили. И говоря «мы», я имею в виду не только нас, сидящих в этом классе, но и всех людей, живших на земле. Христос же, с другой стороны, совершил то, что никто из людей совершить не мог. Никто из нас никогда не мог бы умереть на кресте, будучи праведным. Никто из нас не может заплатить даже за собственные грехи, не говоря уже о грехах других людей. Все это указывает на несоответствие в аналогии. Однако наиболее очевидное несоответствие, на мой взгляд, в том, что подразумевается под потомками Адама, его последователями, и потомками Христа, его последователями. Вот давайте внимательно посмотрим, что же написано в этом тексте Священного Писания. И, к примеру, мы читаем о том, что в Адаме все умерли, а во Христе все ожили. И вот давайте посмотрим на слово «все». Кто же подразумевается в том и другом случае? В другом стихе мы читаем о том, что многие были оправданы или многие были осуждены. О ком же здесь идет речь? Что ж, я хочу вам показать, что здесь не могут подразумеваться одни и те же люди. И в действительности предлагается несколько разных толкований, что имеет в виду апостол, когда пишет «все и многие». И какое бы толкование вы ни выбирали относительно этих двух терминов, вы обнаружите, что в случае Адама и в случае Христа аналогии нет. Подразумеваются разные группы людей. И позвольте мне объяснить более конкретно, что же я имею в виду. Одно возможное толкование, как же нам понимать, что имеется в виду под словами «все» и «многие», заключается в том, что при этом говорится, что здесь подразумеваются определенные группы людей. Причем каждый человек из определенной группы. Что касается группы Адама, все или многие — это все люди, когда-либо жившие, так? Но, с другой стороны, все или многие в случае Христа — это не все когда-либо жившие люди на земле, а только те, которые приняли Иисуса Христа как своего Спасителя. Поэтому, если вы будете толковать слова «все» и «многие» как включающие каждого человека, определенной группы, представляющей Адама или Христа, то становится очевидно, что группы разные. В случае Адама — это все, жившие когда-либо на земле, в случае Христа — это только
избраны. Поэтому здесь мы тоже видим расхождение в аналогии. Но есть и другое толкование, как мы можем понимать, что подразумевается под словами «все» и «многие». И сторонники этого толкования утверждают, что в обоих случаях подразумеваются все люди, когда-либо жившие на земле. Поэтому фраза «как в Адаме все умирают» подразумевает всякого человека, жившего на земле. Как во Христе все оживут, и здесь также подразумевается каждый человек, живший когда-либо на земле. Но нам не следует принимать такую позицию, потому что в этом случае мы заявляем о том, что Павел учит универсализму, что все люди в итоге будут спасены. Но как же нам тогда объяснить, что все и многие в обоих случаях подразумевают всех людей, когда-либо живших на земле? И сделать это можно следующим образом. Все и многие в случае Адама — это все люди, когда-либо жившие на земле. И при этом здесь говорится о том, что в действительности произошло с ними. Но когда мы с вами рассматриваем случай Христа и говорим о том, что то, что совершил Христос, распространяется на всех или на многих, то мы говорим о том, что Его жертва может быть принята всеми или многими людьми, жившими на земле. Если Иисус Христос в действительности пролил кровь за каждого человека, жившего на земле, то каждый человек получает спасение. Но мы не видим, что Писание учит универсализму. Поэтому единственное толкование, которое может быть принято, заключается в том, что все и многие подразумевают всех людей, живших на земле в случае Адама, а в случае Христа подразумеваются те, кто в потенциале могут спастись. Но мы понимаем, что не все спасутся, если только не примут Христа как своего личного спасителя. И в действительности неважно, как бы вы ни толковали эти тексты, считаете ли вы, что все и многие подразумевают каждого человека в определенной группе, или вы считаете, что подразумеваются все люди, когда-либо жившие на земле? Все и многие в случае Адама — это не те же самые все и многие, что и в случае со Христом. Опять мы здесь видим, что аналогия расходится. Я думаю, что можно показать еще несколько подобных расхождений в этой аналогии. Но давайте упомянем хотя бы еще одно такое расхождение. Когда Адам совершил свой поступок, то нам уже больше ничего не нужно было делать для того, чтобы его поступок был вменен нам. Но вот если после того, как Христос совершил свой поступок, мы ничего не делаем, то мы не получаем праведности. Она не вменяется нам, так? То есть за поступком, совершенным Христом, должен последовать наш поступок, а именно мы должны принять Его жертву, совершенную ради нас, принять верой. И здесь еще одно расхождение в этой аналогии, аналогии между Адамом и Иисусом Христом. Мы видим, что в случае Адама Адам совершает поступок, мы ничего не делаем, и совершенный Адамом поступок вменяется нам. Когда Христос совершает свой поступок, мы все еще должны что-то сделать сами, чтобы совершенное Христом было вменено нам. Хорошо, быть может, вы уже думаете, что я слишком много внимания уделил разговору о том, почему эта аналогия не строгая. И вначале казалось, что апостол Павел в 5 главе послания к римлянам и в 15 главе 1 послания к коринфянам показывает нам аналогию между Адамом и Христом. Но получается, что в этой аналогии больше отличий, чем совпадений. Адам и Христос уж очень сильно отличаются друг от друга. А если так, то почему тогда апостол Павел строит эту аналогию
между Адамом и Иисусом Христом. И я думаю, что мы все-таки можем показать, в чем же заключается аналогия между Адамом и его потомками с одной стороны, и Христом и его последователями с другой. И если мы это увидим, то поймем, почему Павел сопоставляет Адама с Иисусом Христом. Хотя, конечно, мы уже с вами доказали, что аналогия здесь совсем не строгая. Но все-таки, в чем же здесь параллель? Что похоже в обоих случаях, в случае Адама и в случае Христа? Я бы указал здесь на три момента. Во-первых, и тот, и другой стоят во главе какой-то группы людей. Первый, Адам, является главой, если хотите, первого ветхого творения, и второй — глава нового творения. И здесь действительно можно говорить о некой параллели между Адамом и его потомками и Христом. Второй момент, на который следует указать — поступок и одного, и другого вменяется той группе людей, которых представляет Адам или Христос соответственно. Поэтому каждому человеку, принадлежащему группе, которая возглавляема Адамом, вменяется поступок самого Адама. И точно так же каждому человеку, который является последователем Христа, вменяется поступок Христа. И третья параллель между Адамом и Христом. И эта параллель заключается в том, что представитель каждой группы ассоциируется с главой этой группы, так как поступок главы каждой группы повлиял на каждого представителя в этих группах. Позвольте мне повторить. Все представители группы Адама как бы проецируются в Адама. Они все находятся в нем. И то же самое можно сказать о последователях Христа. Все они также ассоциируются с Христом. И причина этой связи в том, что то, что сделал Адам, повлияло на всех в группе Адама, и то, что сделал Христос, повлияло на всех в группе Христа. И если вы посмотрите повнимательнее на эти три параллели, в случае Христа и в случае Адама, то увидите, что ничего из перечисленного не доказывает, что Адам является представителем всего человечества. Все эти три параллели истины. Они относятся как к Адаму, так и ко Христу. Но ничто из этого не требует, чтобы Адам выступал нашим представителем. Вы можете сказать, но подождите-ка, это 5 глава послания к римлянам, но есть еще 1 послание к Коринфянам, 15 глава. И вы помните, что в этой главе, в 15 главе 1 послания к Коринфянам, мы с вами рассматривали два стиха, 21 и 22, а также затем читали стихи 45 по 49. И вот если посмотреть на стихи 21 и 22, то действительно создается впечатление, что Павел строит аналогию между Адамом и его потомками и Христом и его последователями. И опять же мы здесь встречаем слова «все». Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. И как мы уже показали, когда разбирали 5 главу послания к римлянам, что вот это «все» в обоих случаях не могут обозначать одну и ту же группу людей. Поэтому аналогия и здесь, в 1 послании к Коринфянам, 15 главе, в стихах 21-22, также не строгая. И то же самое можно сказать о стихах 45 по 49. Поэтому, пожалуйста, прочитайте этот текст. Вы увидите, что главная цель в этих стихах не построить некую аналогию, а наоборот, показать несопоставимость. И здесь Павел как раз подчеркивает отличие между теми группами, которые он сравнивает. Хорошо. Если все то, что мы говорим, все так и есть, то что же тогда все это означает? Означает это следующее. Самые лучшие аргументы
которые высказываются в поддержку теории представительства Адама, безосновательны. Мы с вами показали, как эти аргументы можно опровергнуть. Поэтому, в отличие от того, что могут утверждать некоторые богословы, мы говорим о том, что нет достаточных оснований для теории представительства Адама. Хотя вначале все казалось иначе. И после всего этого мы вынуждены спросить, а какова же альтернатива? И единственная оставшаяся альтернатива — это теория представительства в семени Адама. Эта теория представлена в ваших конспектах на страницах 79 и далее. Вы можете ознакомиться с основными положениями этой теории, с аргументами, которые выдвигаются в ее защиту, а также можете прочитать возражения, которые выдвигаются против этой теории, и далее ответы на эти возражения. Не знаю, была ли у вас возможность все это прочитать. Я понимаю, что вам необходимо сейчас готовиться к предстоящим экзаменам. Поэтому, если вы не прочитали этот раздел, то я вас понимаю. Поэтому я сейчас хотел бы сделать следующее. Очень кратко просмотреть то, что здесь написано, обсудить этот материал, чтобы мы все понимали, в чем же состоит суть этой теории. Поддержите ТВ-семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.